Ну, возьмем, к примеру, тему того же табака. Ну, для меня, например, это абсолютная дикость, это какое-то сумасшествие, когда человек вот берет сигарету, зажигает ее, вдыхает в себя сотню ядовитых компонентов и при этом сам же за это платит. Но я бы как-то мог вот своим умом понять, если бы он закурил и ему за это 100 рублей дали. Тогда я как-то мог бы какую-то логику увидеть, что может быть там, ну, кормить детей нечем или там, ну, можно было бы о чем-то догадаться. Но когда он закурил, он заплатил, но это выше моих сил понять эту проблему. То есть я для этих людей человек с другого острова, меня они не приемлят, но в моем близком окружении, вот и семья моя там, и дети, и сестра, и там, и все, но... Нет человека, кто бы в течение жизни сделал глоток алкоголя или глоток табака. Для нас это, ну, совершенное безумие. Ну как можно себя отравить? Для меня это, ну, я никогда не видел курящего барана. Почему? Потому что барану невозможно поставить зомбирующую программу, в отличие от человека. У человека так устроен мозг, что ему можно эгрегориально-матричными методами поставить зомбирующую программу. И он некие абсолютно алогичные вещи он воспринимает как норму. И его не переубедить, что, слушай, тебя просто зазомбировали. Вот. Я убежден, что это действительно абсолютно для меня такая непонятная вещь. Убежден, что перемены здесь будут. Когда, рано или поздно, это уже второй вопрос. Но для меня, еще раз говорю, вот тот же алкоголь, это то же самое, как вот, ну это чистейший генный яд, да, я вам потом расскажу, что происходит в мозгу у человека, когда он потребил алкоголь. После этого у многих желание пропадает. Эта информация не выходит только почему? Потому что алкоголь и табак – это самый глобальный бизнес на Земле. Так вот, когда человек закуривает, бесполезно говорить, курение вредит вашему здоровью. Это, чтобы вы знали, прямая реклама табака. Потому что молодежь, она мотивирована на протестные настроения. Ах, вы хотите, чтобы мы не курили, а мы будем курить. Поэтому вот это бесполезно там писать на пачках, там агитировать против. Здесь только на уровне миропонимания, когда человек поймет, что его просто развели. Развели на деньги, развели на здоровье, и кто-то за его счет просто деньги делает. Вот когда он обозлится и скажет, а нет, вот на мне вы не заработаете. Вот это единственный способ. А так алкоголь, табак для меня вот такая же дикость, как вот, допустим, ну, я вам сказал там, о, закурил, да, и заплатил. То же самое я могу сказать, сравнивая, для меня это вполне такие нормальные налоги, но для меня, хотя я понимаю, они грубо звучат и многие могут обидеться, но вообще люди всегда обижаются, когда кто-то указывает на их пороки. Это... И хорошо, хоть камнями не забивают, но вообще это нормально, когда человек, указывающему на пороки, ну, его просто, как бы так сказать, не очень любят. Так вот, для меня, например, потребление алкоголя, табака, это то же самое, и платить за это, как если бы вот тараканов травят хлорофосом, но они как-то сами бы там скидывались и закупали бы этот хлорофос, понимаете? Но у тараканов-то как бы... Хватает ума, наверное, чтобы эти яды, ну, не содействовать как-то их приобретению. А человек, он на это способен. Он мало того, что себя травит, так он еще и сам финансирует это дело. То есть, ну, для меня это, еще раз говорю, пример такого чистого сумасшествия.